Всем привет из Енисейска. Меня зовут Ольга. Вот просто хочу сегодня показать, как у нас выглядит конец октября. Уже 3 или 4 раза выпадал снег. Я все хотела снять видео, как у нас вот уже выпал снег и лежит, и не тает. А он все разы взял и растаял. Теперь вот серое небо, каждый день идет дождь, даже сейчас немножко моросит, и температура плюс 5. Обещают, что со дня на день похолодает, но что-то все никак. И вроде ноябрь тоже обещают достаточно теплый, хотя сейчас уже по идее должен снег лежать. Ну вот тут все достаточно серо и в целом безрадостно. Все-таки снег бы выпал, было бы, конечно, повеселее. Хотя я не люблю снег, вообще не люблю зиму. Но тоже вот эта сырая, грязная погода тоже как-то не очень. Такие тут серые пейзажи. Пруд немножко прихватило льдом. Вон там, где такие вот магазинчики вдалеке. Вот сегодня узнала, что им предложили в таком приказном порядке съехать. Потому что земля в аренде. И там будут строить автодром или что-то в этом роде. Ну, это заброшенный завод. Вот там был светофор, он съехал. Теперь там вообще пусто и тихо. Одни собаки лают. В общем, будут что-то с ним делать. Пытались все эти здания кому-нибудь продать, но коммуникации там нет. И вот какой сейчас можно сделать бизнес, чтобы он хоть как-то окупался. Вот не знаю. Тут летом очень симпатично, потому что тут это все цветет. Здесь много всяких деревьев, много травы. А осенью вот все вот так. Заброшенные огороды. Там же были огороды. Теперь все заросло. Вот мои любимые заборы, которые все никак не могут убрать. И вот эти вот дома. Я этот дом помню, когда он еще был более-менее. Ну, сейчас крыша провалилась, но на дверях мощный замок. Да. Грустно, грустно, но даже в этом что-то есть. Особенно в такую погоду он смотрится так немножко жутковато, атмосферно. Скоро же еще Хэллоуин. Вот. Конечно, праздновать никто не будет. Хотя я как-то ходила на вечеринку по поводу Хэллоуина. Мне даже рисовали какой-то макияж. Сама я вообще не умею. Ну, было весело. Вот огромные тополя. Их почему-то не спиливают. У нас их регулярно спиливают. И березы тоже. Хотя здесь вот тоже провода. Но здесь как-то не заботятся. Вот еще один дом. Мрачно. Прямо как в сказке. Такой. Не очень детской. Вот сейчас тут еще немножко пройду и пойду в центр. Вот все позаброшено, вон малина наросла, целые заросли малины. Интересно, ее кто-нибудь собирает, хотя в таких кустах.
невозможно что-то собирать. В общем, вот такая у нас погода. Не знаю, когда будет снег. Ну, наверное, в ноябре-то уже должен быть. Хотя в прошлом году снега практически не было. За всю зиму убирали, ну, раз 5, наверное, максимум. Вот. Ладно. Вот такая. Вот все, что я, собственно, хотела показать. Мурость, мрачность сибирской осени в конце октября, хотя уже должен был выпасть снег. А у нас, ну, глобальное потепление, поэтому и у нас тоже теплеет, и снега нет, и плюс 5. Ну, в общем, вот так на сегодня все. Всем спасибо, всем пока.